Хотя нет, мне надо Е75 качать. Ставь какую-нибудь любую там восьмую. Да какой нафиг восьмой? У меня же есть дежурная девятка. Дежурная девятка на вылет. Здравствуй, мой дорогой зритель. Сегодня поболтаем о 704 объекте, 9 уровень тяжелой ветки ПТ-САУ СССР. Итак, почему именно дежурная и почему такое название ролика? Собственно говоря, это единственная, наверное, машина, которую я оставлю в ангаре именно из девяток. Е-75 у меня пока что нету, я не знаю ничего про него. Все остальное из девяток меня не сильно впечатляет. Ну, в принципе, посмотрим. Но пока что на данный момент это вот единственная дежурная машинка. Что касательно девятых уровней. Начнем с брони. Броня вот у нее мистическая, кстати. Не такая уж и большая. Начнем с малого. Крыша 30 мм. То есть фугасики от арты нас ваншотить могут запросто. Практически вся крыша и моторные отсеки, и рубка 30 мм. 60 мм корма, как ни странно. Крыша меньше. 90 мм борт рубки. Это вот эта вот часть. Ну, в принципе, под хорошими углами находится, поэтому рикошеты нередко случаются. Очень нередко. Хотя всего-навсего 90 мм. 120 мм вот весь вот этот вот лоб. Вот весь, просто весь. И, внимание, вот эта вот штука вот в этом месте. Это вообще не корпус машины, это фальшборд, его нет, там пустота. Если попадете сюда вот снарядом, даже в лобовой проекции, то не пробьете 100%. Поэтому обращайте на это внимание. Стрелять надо либо вот сюда, либо вот сюда. Тот самый, маска орудия непробиваемая. Там под 400 мм, там целая куча экранов, там один, второй, третий. Да и сама эта кайма вокруг орудия 170 мм. То есть, ну, пробить ее нереально. То есть, поэтому сюда стрелять не стоит. Даже под рубку здесь тоже два экрана. Тоже нереально пробить практически. Ну, тяжело очень. Поэтому, если встречаете такую штуку, пытайтесь выцеливать вот эти вот области вокруг рубки и не стреляйте вот сюда вот. Не пробьете. Значит, есть читерский фальшбортик здесь еще. Я вот упомянул вкратце. Он на всю длину стороны, на всю длину борта. И он всего-навсего 30 мм, но привет, кумулятивы. Кумулятивным снарядом вы его никогда в жизни не пробьете. Потому что у него расстояние до корпуса очень большое. И кумулятив здесь гасит свою скорость и все. Он фактически в холостую уходит. ББшками прошивается, конечно, без проблем, несмотря на достаточно хорошие углы наклона. Ну и, в общем-то, вот по броне у нас все. Хотя иногда бывают такие сказочные рикошеты, когда ты в борт ее пробить не можешь, там отскакивают снаряды от ПТ-10, елки-палки. В общем, такая очень загадочная машина. То есть светляки шьют, то тяжелые машины пробить не могут. Что касательно пушки, у нас углы горизонтальной наводки по 11 градусов, достаточно неплохо. 6 градусов пушка опускается вниз, 18 поднимается вверх. Достаточно хорошо. По динамике у нас все хорошо вперед, но вот вращается она на месте очень-очень туго. Поэтому светляки нас крутят как хотят, поэтому надо от них держаться подальше. С точностью у нас тоже все плохо. Кстати, пушка может быть даже не исследована на ИСУ-152. Она есть на ИСУшке, то есть если вы ее исследовали, то на 704-м вы ее получаете в комплекте. Если не исследовали, то я вам не завидую. С этим обрубком ездить на 9 уровне — это жесть. Для 7 уровня он, конечно, зверь. Но для 9 это не пушка, это хлопалка. Будете фугасами царапать краску на маусах. Вот это да, это будет, конечно, очень здорово. Боекомплект у нас 30 снарядов. В принципе, я как бы 3 голдовых вожу, но я практически никогда ими не стрелял. Один фугас, на всякий случай, мало ли что. А хотя мало ли что. Тоже ни разу не применял, но как бы вожу. Всякие случаи бывают разные. Оно есть не просит. А 26 снарядов можно раскидать всю вражескую команду, в принципе, вместе с десятками. При альфе в 750 перезарядка в районе 15 секунд, так что есть чего опасаться. Значит, боекомплект у нас находится на полу под рубкой и в задней части рубки, вот в этой части. Не вот здесь, а именно чуть-чуть ниже.
Поэтому БК нам критуют достаточно редко. В лобовой проекции только экипаж. Все модули, двигатель, баки и все остальное находятся у нас в задней части, поэтому задом к противнику не становимся, подожгут. Ну и, собственно, давайте, наверное, в бой перейдем плавненько, а там уже продолжим. Итак, у нас карта Вестфилд, одна из моих любимых карт. Но вот обратите внимание, как медленно ворочается шасси. 268 уже уехал давно, а мы только повернулись. Что не сказал в ангаре? По дополнительным модулям. Желательно, конечно, ставить вентилятор, потому что, чтобы усилить наши навыки экипажа, чтобы она хоть чуть-чуть быстрее поворачивалась, чуть быстрее сводилась, чуть-чуть быстрее перезаряжалась. Соответственно, лучше всего поставить, я считаю, досылатель. Будет совсем неплохо. Ну и третьим модулем, смотрите сами, от чего играете. Либо сетка, либо сведение, либо что-то еще, либо оптика. Я поставил рога, но мне как-то больше от кустов она больше нравится, потому что она слишком медлительная, не стоит на ней там рашить где-то по городским степям, потому что там могут закрутить какой-нибудь светлячок и разобрать к чертовой бабушке. Вот. Значит, что у нас здесь? Я обычно еду на позицию для СТ, то есть туда, вот на горочку возле моста. Но на этой машине смысла туда ехать нет. Тут лучше потяжем пострелять, поддержать своих. Тем более орудие нам это позволяет. Почему бы и нет? Еще что не сказал. Не сказал по перкам экипажа. Желательно маскировка, потому что все-таки это читерская машина. Ее не видно нифига вообще. Поэтому, если она прокачана в маскировку, то это вообще здорово получается. Потому что ее вообще никто ни черта не видит. А это есть очень хорошо. Это очень положительно сказывается на том, как мы будем нагибать в рандоме на ней. Желательно, конечно же, перки на увеличение обзора. 390 метров у нас как бы немало, но и немного совсем. Ну и, разумеется, боевое братство было бы тоже совсем неплохо. Потому что, ну, как бы увеличить хотя бы нашу подвижность, маневренность. Перезарядка у нас так немаленькая, пушка косоватая, сводится долго. То есть это все как-то надо чем-то нивелировать. Ну ладно, перейдем ближе к бою. Что у нас здесь? Здесь я никаких выдающихся супер результатов не покажу. Много боев было интересных. Но здесь, во-первых, бой с десятками, а не в топе. Что интереснее, чем... Когда ты в топе, там, разрываешь там всех подряд, то здесь как-то носовать тебе может каждый. Поэтому с десятками поинтереснее потягаться на ней. Это первое. Ну и самое главное, что здесь я набью неплохой дамаг. Становлюсь тут на позицию ПТшную, такую чисто такую кустовую. Тут раздают тоже со всех сторон. Вот у меня и 7 пробил. Я тут нараздавал тут всем, кому не лень. Вот. Наши полопались тут слева-справа, поэтому как бы я один остаюсь, меня еще взводный поддерживает, еще один танк меня поддерживает. Ну и глядя на счет, уже понимаю, что уже пора тут давить, тут нечего тут смотреть. Уже всех тут поперестреляли. Вот. В этом бою я займу первое место по дамагу, что меня несказанно обрадовало. Хотя я, в общем-то, ничего особенно не сделал. С косоватой пушкой это есть небольшая проблема, чтобы нанести много дамага. Но здесь вот как бы, почему бы и нет, здесь неплохо получилось. Вот обратите внимание, меня сейчас из седьмой не пробьет в лоб. Я его тут пробил, он забрал моего взводного. Гад такой, а у меня пульс. И не пробил. Вот так вот. Вот вам и картонная броня. Ну а пока смотрите результаты боя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А на этом у меня все. Пока-пока.